Сегодня, 27 октября, свой день рождения отмечает итальянский скрипач-виртуоз Никола Паганини и скрипачка Ванесса Мэй. Также в 1901 году в Москве впервые был отыгран полностью концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Можно сказать, что этот день пропитан музыкой. Да так, что даже жители Верхнекамья запели. Давайте послушаем, что они поют. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Пусть бегут неуклюжи пешеходы по лужам, а вода по асфальтам бегом. Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша, русая коса. Наш фрегат давно уже на рейде, борется с прибрежной волною. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. Вот и у меня душа запела. Пусть в вашем сердце всегда звучит любимая музыка, а дела спорятся.